Саша, как игра? Ну, по результату и по ощущениям получилось тяжелое. Хотя, наверное, первые 20 минут матча казалось, что мы спокойно контролируем игру, но потом, так скажем, включились вратари команды СКА. Мы очень много не забили, сделали много потерь глупых, не знаю даже сколько, и это продолжалось до конца игры. Но самое главное, что мы выиграли, и будем работать дальше. Сегодня из Бреста приехало 2 автобуса болельщиков. Чувствовалась поддержка? Да, как всегда. Очень приятно, когда тебя поддерживают, так скажем, на чужой площадке. Поэтому спасибо большое болельщикам за поддержку. Их было слышно всю игру. И также благодаря им мы сегодня и победили. Игра была очень хорошая, эмоциональная. Было что посмотреть. Направлен, накал был ее. И как бы было приятно посмотреть на своих друзей, как бы приятелей. За кого сегодня болел? За красивый гандбол. Почему нет? Такой гандбол, как бы, не каждый день, не каждую неделю увидишь. Увидим тебя в матче против БГК в октябре? Конечно. Естественно, теперь будете видеть меня чаще. Я буду постоянным гостем в Бресте, и везде, в принципе. Теперь я здесь. То, что победили, хорошо, но то, что показывали мы на площадке, временами я совершенно не узнавал команду свою. Сегодня была катастрофическая реализация. Там, по-моему, 5 пенальти не реализовали, плюс чистые проходы свои не реализовали. То есть, ну, команда такого уровня просто себе не может позволить иметь такую реализацию. Да, я могу сказать, что разные игры бывают, да, но я вот сейчас проводил собрание и сказал, да, что мы уже дошли до того уровня, что мы не имеем права падать ниже какой-то определенной планки. Поэтому сегодня мы выиграли игру, но реализация у нас сегодня действительно была ниже той планки, которую мы должны держать. Мы сыграли в сентябре 2 игры против СКА. Изменилась ли их игра по сравнению с началом месяца? Да нет, в принципе, ничего не изменилось. До того момента, когда у нас все выполняли свои функции, все выполняли свою работу, счет рос. И потом в один прекрасный момент, наверное, мы все-таки решили потренировать вратаря соперников. Сентябрь завершился. Какие у нас планы на октябрь? То же самое. Готовимся к каждой игре. Готовимся, идем на победу. Поэтому каждая игра как бы дает пищу к размышлению. То есть дает моменты, над которыми нужно работать. Да, если мы переключаемся на какие-то другие моменты, думаем, что здесь у нас все хорошо, оказывается, нужно все в комплексе делать, что мы будем дальше продолжать.